Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и я продолжаю проходить Европу Универсальс 4 за мин, дополнение искусства войны. Тут у меня была куча восстаний, на данный момент еще, видите, есть восстания даже. Зараза. Тибетская партия. Так по нулям еще тут идет. Беспорядки. Все из-за того, что мы утратили небесный мандат. Видите, национальные беспорядки плюс 5. И хоть тресни. Несколько лет подряд пришлось мне гасить по всей территории восстание. У нас же еще есть непринятая культура, видите, вот тут. И тут. И приходилось тут мне гасать. Всех рекрутов слил. Наемниками пользуюсь. Слава богу, прибыль позволяет. Тут, я думаю, может нанять на плюс 2, но нельзя прибыли, наверное, сейчас жертвовать. Да, восстания тут, конечно, жесткие, честно говоря. Еще тибетская партия должна восстать 90%. Вот последнюю территорию уже отхватываю. Что в мире произошло? Скорее у нас я разорвал союз, они тут воюют, как видите. Вот эта война началась. Я отказался. Династический брак распался. Правитель у нас, как видите, новый, получше. Хороший генерал. И так, в принципе, неплохо дает очков. Хайси почти нету. Скушали его. Вон узбеки вырисовываются. Они тут айратов порубали вместе с тимуридами. И еще тут с кем-то там они воюют. Кам я начал уже аннексировать. Тут вроде бы Непал немножко вырос. Бутанские националисты начали работать. Белуджистан появился. Ну, видим нам уже. Хиджаз, Йемен. Тут немножко открылась территория. Вот так вроде бы. Вансанг воюет сейчас с Аютией. Я заключил опять союз с Аютией. И попросил Аютия, чтобы мы вступили в эту войну. Но я решил немножко им помочь. Раз такое дело. Так. Ух ты ж, сколько они отхватили. Раз, два, три, четыре. Тямбу освобождают. Антананг. По-английски почему-то написано. Вернули еще провинцию Дайвету. Ну хорошо. Значит, можно этих наемников пока распустить. Так, можно захватить их будет. Помирилась айратами. Хорошо. Значит, можно пока собираться тут, в этой провинции. Так, 8.
Пока стоим тут. Надо восстановить державу, блин. А то. А, монголы еще вышли из-под крыла айратов. Нам бы айратов атаковать, блин, но нет у нас сил на данный момент. Так, есть. Мы взяли эту провинцию. Это 2000 наемников. Тоже пока распустим. Что у нас за задание? Ага. Кам. Так, Гуян. Анимизм там. Отправим. Так, тибетская партия начала падать, да? Да. О, немножко уже начали тоже тут падать, я вижу. Так, аюти один брак. Легитимность подупадет, но шанс на наследника повысится. Минус 2. Извините, но пока не могу принять. Так, ну тогда что нам делать? Может, на Корею сделать? Они все равно проигрывают. Хотя вот это недорогая провинция. Единичка. Давай на вот это. Пхенан. Сфабрикую претензии. Претензии, то есть. Так, мы можем уже даже кое-чего строить. Вам кораблик еще можно построить. Барк. Давай, пусть будет. Рынки мы можем строить. Так, нам для начала нужно в нашем регионе, где мы получаем прибыль. В нашем регионе построить пару рынков. Покину. Пусть будет. Сильно не будем увлекаться. Так, что там? Тибетская партия падает вроде бы, да? Шанская партия. Тут две провинции идут. Темпа Дайвет объявила соперником. В 74-м аннексируем уже Кам. Так, о, флотилию заведем. Доки. Давай тибетская партия, шанская растет. Так. О, буряты стали уже вассалом, да? Ну ладно.
Сколько нам нужно на пополнение? Ух ты, блин. Да, много. Так, началось восстание. 11 000. Так, ну давай. Далее 19, 11, 15. Идем пока юань. Ну куда ты идешь? А, 17 тут, в принципе. Мне лучше пойти вот так вот. Так, вот эти два паука еще пойдут сюда. Так, и в сырье еще возможно восстание. Я вот так смотрю на вот эти автономии. Нинси, ну тут мы в Нинси. Мы просто недавно восстание подавили. Янчжоу. Я так смотрю. Недавнее восстание. Если мы опять его... То не знаю. Местные беспорядки плюс 10. Блин. Это автономия высокая. Просто я скину, а... Ну, давайте. Для интереса. Снизить автономию. Посмотрим. Тибетская партия опять набирает. Ну, легитимность тоже дает. Это потеря небесного мандата. Как его вернуть, фиг его знает. Не зря я разваливался на вот эти государства непонятные. Потому что тяжело очень его держать. Кучи. Так, ну давай пополам. Это как это нам так поделило пополам. Так, один идет сюда. 2000 идет сюда. 5000 идет сюда. Так, откуда речка? Хотя у них нету генерала. Значит, даже если у нас речка. С. Да. У нас, в принципе, тут джунгли. У нас маневренность есть. Мы речку исключим. Так, хорошо, мы готовы атаковать. Атакуем. 14. Так, соединимся. 14-25 февраля. Так, 14-25 это 9 дней. 1, 2, 3. Давай. Потеряют военку, я пока не хочу терять. Где у них потеряют там немножко.
4, 5, 6. Еще 5. Раз, два, три, четыре. Сейчас уменьшим скорость. Придем все-таки в один тот самый день. Вот так вот. Мочим этих ребят. Отлично. Так, тут снабжение, конечно, так себе. Ну, 1000 пехоты я оставлю. Наемников. Как раз 13 тысяч. Мы отойдем немножко. Надо будет пойти вот этот царьё. Вот сюда. Сходим с ним. Так, не понял, это где тогда? А, нет, это все-таки тут. Вот. Так, национализм. 87 спадет. Ясно. А есть какой-то товарищ на стабильность? Ясно, тут все те же на манеже. Ну, в принципе, прибыль нам позволяет. Может, наймем пока на прирост отношений. Пусть будет дипочки лучше расти. Будут лучше расти. Так, у нас тут есть барк. Это торгует бикини. Ой. Бикини так я отправляю. Корабли приплывают. Есть. У нас сейчас поднимется прибыль. У Кореи получили повод. Три провинции надо забрать. У монголов тоже есть влияние, видите? Надо позабирать провинции. Да, я думал, будет проще, честно говоря. А тут такие вот приколы. Не ожидал я такого. Так. Да, вот этих оставим. Кавалерии тоже поставляем. Эти нули, все равно от них толку нету. А тут 10 тысяч даже. Десять тысяч можно только. Ну ладно, пока вот так еще оставим.
Сейчас немножко собьем беспорядки. Так, эпос. Да, нам престиж не помешал бы. Корчин нам. Ух ты ж, Корчин, сволочь. Так. Тоже наложим запрет на него. Да что ты говоришь? Типа у них тут нету влияния в этом узле. Еще надо армию вывести. Будем собирать, восстанавливать наши ресурсы. Так. Флотилия тут отдыхает пока. И можно понемножку будет строить рынки и доки. Он, я смотрю, земляной вал у нас везде построенный. Я его не строил даже. Так, доки. Давай еще сюда, в Пекин. Сюда док поставим. И тут. Так, и рынки. Рынки надо застраивать. Потому что рынки сейчас будут обеспечивать нам доход. Видите, от торговли 10 монет идет. Так. Ну, на камп потеряли. Что там, серьезно? Беспорядки не падают? Нет. Так. Где это? Ага, вы на нас делаете претензии, да? Ну, мы тоже сфабрикуем на вас претензии. Ребятки, блин. Думаю, что мы ослабли настолько, что уже вообще нас можно голыми руками взять. Еще чего. Так. Давай пытаемся изменить ситуацию с деньгами. А то стабильность терять сейчас критически нежелательно. Так. Даже что лимит десяточка, если больше бы можно было, то я думаю, что-то. Чтоб пехота вся установилась. С кавалерией восстановится, будет 11 000. Так, отойдем пока. Так что эти, блин, восстания хорошо дают прокакаться государству. А если маленькое государство, то вообще кирдык, если начинается такая вот фигня. Так, миссионер заканчивает крестить.
Так. Стабильность будем понизить. Так, Янинь и Вучан, блин. Сразу две провинции. Так, а стабильность сколько стоит? Я хотел бы идейку качнуть. Надо обязательно брать гуманистические идеи. Без них никак. Так, а стабильность повышать будет дорого, да? Потеря небесного мандата плюс 50%. Да. Хорошо, хоть бедствия не растут. Так, это где там? Угу. Давай, Янине отправляйся. Это легитимность, когда поднимется, это тоже вопрос. Тоже негативные факторы дает. Так, новый правитель монголов, регентский совет и союзов нет. Но, к сожалению, мы не можем напасть. Так, должна вырасти немножко торговля. Строительство закончилось. Что-то торговля наоборот упала. Так, статуэтка эпохи Цзинь. Так, легитимность, военные традиции. Нам легитимность, блин, нужна. Хотя и стабильность нужна. Не, легитимность больше. Так, Корея. Репарации. А, и три провинции, да? Смотрите, как они отрезали. Ну ладно. Значит, мы сфабрикуем. А, у нас заняты дипломаты. Так, сырье, ну давайте, падайте уже ж своими беспорядками. Так, и можно вместо нашего вот этого нашего правителя поставить его генерала. Так, видите, правитель какой у нас, наследник даже неплохой. Так, есть. А вот это сделаем провинцию. Сейчас дипломат вернется. Сфабрикуем претензию. Так, и наконец-то военная технология, боевой дух. Уровень тактики. И можно будет еще подкачать. Надо будет увеличивать. Так, оружейная мастерская. Вот, 12 я вижу, да? Так,
Давайте доки строить. Не помешают. Камбоджа Вансанг объявил войну. Крестьяне восстали, что-то там. И автономию такую позакидывали. У меня тоже есть мысля, чтобы тут, наверное, автономию поднять. И не морочиться с этими беспорядками. Но пока у нас особо и нет возможности. Вот тут можно будет скоро снизить автономию. Так, тут нет. Пекин нет с такой автономией. Тут восстание было. Так. Смерть советника. О, национальные беспорядки. Минус 3. Этого нужно брать. А вот тут может на плюс 1. Нет. Сейчас должно. Нет, не снижается. Ну зараза. Еще один советник у меня. Это военный, да? У нас нету таких денег на данный момент. Так. Оружейные мастерские. О, Пекине плюс 23. Пусть будет. Плюс 12 вот есть. Еще. Давайте пару доков. Ну, хотя бы один. Надо застраивать немножко. Держава Мин. Минская культура. Так, где у нас такая культура? А, вот какая тут культура. Здесь что-то беспорядки. Все же нормально. Какой-то бред. Откуда? Так, есть. И репутация упадет. Так, есть 25. Значок. Восстановительский. Так. Карадел. Карадел. Вассал могу листам. Блин, нету пока сил. Так, это Хетуала. Это где такая провинция? А, вон там. Так, резервы. Что получим?
Вряд ли я смогу до 90%, но военные традиции неплохо было бы поднять. Усиленная децентрализация прошла. Ага, это так. Вот у нас еще 6000 есть. Это хорошо. А, вот тут еще беспорядки. Автономия. Ясно. Так. Блин. Верховный секретарь воет на Луну. Ну спасибо. Стабильность снижают нам. Сволочи. Так, отменим пока здание, может что-то новое выходит. Так, новшество в управлении. Что у нас в экономике сейчас? Ну, давай не будем жалеть средства. Пока что. Конечно, снабжение тут не такое. Кстати, что тут по постройкам? Постройки. Ну, везде второго уровня построены, как ни странно. Так. Да, тут везде второго уровня есть. Так. Прибыль у нас, по идее, должна бы вырасти. Может вот этих немножко подтолкнуть. Сарьевских националистов. Что тут? А, тут пустыня. Пустыня. Ну, легитимность растет. Видите, один враг. Не хочу. Я лучше отношения с вами улучшу, но инбрак пока заключать не буду. Так, тут 13000 уже есть. Да, понемножку начинают нарастать повстанцы, да. Надо, наверное, отойти и пусть они восстанут цайдами. Выберем евнуха, да. Монаха выберем, инфляция, блин, полетит. Давай евнуха. Какая у нас сейчас инфляция? 75 админок. Давай снизим. Так, есть, обладили еще провинцию. Дальше отправим. А вот сейчас деньгами нельзя разбрасываться. Ну, видно, много сейчас идет на пополнение.
А нет. Не особо там и идет на пополнение. Вот сейчас как раз где-то скоро восстанут эти сарьёхские националисты. И мы их разобьем. Тут миссионер работает. Беспорядки. Да, активно тут воюют все. Ух ты ж, восстание. Виджи, претенденты. Вроде бы я думал, большая держава, да. Все такое. Не будет особых проблем. А не тут-то было. Пока я не вижу особо возможных вариантов снижения автономии. Так, доказать легитимность правителя. Кардел. Нету пока особо таких нужных заданий. Кам. Потеряли права. Ничего. Наново сделаем. Ну давайте, восставайте уже. Жду вас. Блин, опять. Такие мне очки, админки мне нужны, да? Можно немножко военку потерять. Так, что тут у нас? Ну, евнухи понемногу выдвигаются, да? Дисциплина плюс 10 у монахов. Не хотят для него оставать 90%. Чеха потеряли. Там улучшаем отношения. Так, еще 18 тысяч нужно, да, для пополнения. Ух ты ж, скоро. Давай пополам. 5 тысяч туда. Правильно. Так, ну. Давайте, осильте уже вот этот порог. Да, надо с буддизмом вам что-то делать. Это, блин,
Мешает он немножко. Камские националисты быстрее восстанут, я вижу. Ну, перейдем сюда. Тут меньше было беспорядков. Так, казним шерифа, и у нас совсем с престижем беда. Такие задания есть. Ну ладно, будем восстанавливать людские ресурсы, раз не даешь. Так. К сожалению, пока мои повстанцы не спешат восставать. Так, вон голос с кем-то воюет. Сфабрикуем на провинцию. Так, денежка у нас накапливается потихоньку. Так, есть, улучшили уже отношения до максимума. Борьба с ересью. Воян перейдет в конфуцианство. Отлично. У нас единство веры стало уже 89%. Миссионер еще скоро добавят. Ну ладно. Пожалуй, я дождусь я уже, может, за кадром этого восстания. Будем и дальше восстанавливать наши армии, накапливать силы, и надо будет Дайвет сделать своим вассалом. Сфабрикуем претензию на хайфон, будущий смартфон, и будем его вассалить. У него тут претензии есть, я вижу, немножко. Не помешало бы отработать их. Так что вот так вот. А пока всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующей серии. Не забывайте про лайки. Всем пока.